Друзья, мы идем на пикник. Смотрите, что мы по дороге видели. Какие-то картины здесь будут. Эти места для свадьбы. Дают в аренду, где делаются свадьбы. Ой, место. Ой, красота. Здесь даются беседки. 600-800 гривен беседка. Можно прийти, пожарить шашлыки, отдохнуть. Видите, беду в Киевляне. Вот эти где свадьбы гуляют. Там просто люди отдыхают. Вон там наша компания, где мы будем сегодня гулять в природе. Здесь жарятся шашлыки. Вот он, шашлычок. Вкусный, мягкий. Этот уже готов. Ну вот, дорогие мои, закончился наш пикник. В садах в ВДНХ было замечательное время. Мы повеселились, отдохнули на природе. Теперь довольны, идем домой. Желаю всем всего хорошего. С вами Татьяна. Пока-пока.